А в Кирове сотрудники полиции задержали торговцев смертью. Трое молодых людей подозреваются в продаже синтетических наркотиков. Сегодня на квартире одного из них полицейские провели обыск. В ходе него выяснилось, что торговали наркотиками молодые люди с помощью так называемых закладок, то есть прятали товар в определенном месте города. Клиентам о месте закладки сообщали через интернет. Сбытчики и сами употребляют свое зелье. Они даже во время обыска находились в состоянии наркотического опьянения. Проведены обыски, во время которых изъята растительная масса, растения мака, а также реагенты, которые используются для изготовления синтетических наркотиков. Возбуждены уголовные дела, решается вопрос об аресте задержанных.